Рассмотрим комплект поставки тепловизора модели TI-175. Собственно, сам тепловизор, батарея питания литионные, две штуки, отдельно зарядное устройство для батареи, то есть вы можете одну батарею использовать, вторую заряжать. Это карт-ридер, то есть для удобства чтения micro SD-карт, которые, в общем-то, могут использоваться данным тепловизором. Это безвоксовая салфетка для очистки объектива. Набор кабелей, здесь USB и видеокабель с адаптером. Адаптер питания с набором вилок, здесь евро, американский стандарт, еще какой-то тоже. В Европе проблем не будет, чтобы подзарядить этот тепловизор. Да, и поставляется вот в таком качественном пластиковом кейсе.